Нилу Горчинюк в Бресте знают и любят. Друзья, почитатели ее творчества, ученики. А потому неудивительно, что на открытии персональной выставки мастера кисти многолюдно. Мероприятия такие всегда волнительные. Поддержка людей, близких по духу, очень важна. Нилу Николаевну Горчинюк я знаю совсем недавно. Но за это время, с которой я с ней знакома, я очень впечатлена ее работой. Ну, во-первых, надо сказать, что это очень красивая, эффектная женщина, не только художник. И вот на этой выставке меня больше всего удивило и вдохновило, наверное, это то, насколько это разноплановый художник. Выставка «Запечатленный ангел» 18-я в списке персональных экспозиций Нилы Горчинюк. К слову, и это в определенной степени символично, именно в музее «Спасенные художественные ценности» когда-то состоялась и первая выставка брестской художницы. Эта выставка дает достаточно полное представление о творчестве художницы, которому свойственна высокая духовность, стремление к гармонии, тонкое чувство линии цвета, композиционное мастерство, широкий диапазон и яркие запоминающиеся образы, которые создает Нила Николаевна. Примечательный момент. Если абстракционизм в исполнении Нилы Горчинюк видели многие, то тот факт, что среди ее картин есть и реалистичное, для некоторых может стать открытием, но, безусловно, приятным. На этой выставке я хотела показать, поскольку я художник нескольких направлений, свое реалистическое искусство, сакральную живопись, выполненную за последние годы, и абстрактные работы, выполненные в стиле декоративной стилизации. Среди представленных картин одна из первых работ мастера кисти «Цветы запоздалые». Ее Нила Николаевна написала еще до поступления во Львовский государственный институт декоративного и прикладного искусства. Хотя у художницы нет любимчиков среди собственных произведений, но к «Цветам запоздалым» она питает особые чувства. К слову, Нила Горчинюк уверена, картины обязательно должны вызывать чувства и эмоции, пусть и разные по силе и окрасу, должны притягивать к себе и вдохновлять. Художник пишет свои картины, чтобы вдохновить других, чтобы открыть какой-то мир, какой-то новый взгляд, чтобы человек, пройдя, не смог пройти мимо, а что-то ощутил, задумался. И свои работы я пишу очень долго, около месяца, и в каждой работе стараюсь показать какой-то тонкий мир, какую-то своеобразную духовность, отражение красоты ускользающей. Выставка «Запечатленный ангел» будет функционировать еще практически месяц, по 5 марта включительно. Напоминаем, экспозиция доступна для просмотра в музее «Спасенные художественные ценности».